Здравствуйте, всех рад приветствовать. В этом видео я покажу вам полный ассортимент всех активаторов клёва и аттрактантов с сайта авторскаяприкормка.рф. Сейчас все аттрактанты в наличии, поэтому мы можем познакомиться с полным ассортиментом всех аттрактантов. Новинка интернет-магазина авторскаяприкормка.рф – это аттрактант суперстимулятор клёва. Аттрактант карась. Также новый аттрактант Monster Carp, именно аттрактант и именно на карпа. Аттрактант секретная добавка, тоже супер аттрактант. Аттрактант клубника, аттрактант черный кокос из запеченных кокосов. Аттрактант лещ плотва для ловли рыбы на реке. Аттрактант мускус. Мускус идет как добавка к другим аттрактантам, чаще всего на карпа. Тройная слива, смесь трех различных видов сливы. Запеченная слива. Тройной бисквит, несколько сортов разных бисквитов, купаж в этом аттрактанте. Тутти-фрутти, все фрукты и цитрусовые, все здесь собрано. Кислая груша. Обожают ее карп, карась, ну и другая рыба, конечно же. Спелая манго на всю абсолютно рыбу. Ваниль. Аттрактант ванильный на всю мирную рыбу. Мандарин тоже достаточно универсальный аттрактант на всю мирную рыбу. Банан, карп, карась, лещ, плотва. Практически универсальный. Цитрусовый аттрактант. Тоже достаточно универсален. Ягодный аттрактант универсальный на всю рыбу. Смородина на всю рыбу. Карамель на всю рыбу. И, конечно же, скопекс. Ванильные крема, молоко, сливочное масло. Это лишь вершина айсберга этого аттрактанта. Собрано здесь очень много запахов, помимо, конечно же, секретных добавок, которые действуют на рыбу и включают нам клёв, нашу рыбалку. То есть активатор клёва, всевозможные стимуляторы и другие высококачественные импортные добавки, которые применяются в каждом аттрактанте. Каждый аттрактант, помимо различия в запахе, как можете заметить по названию, в каждом аттрактанте свой состав, свои комплексные добавки, натуральные специи, и натуральные вытяжки из фруктов и натуральные ароматизаторы. Каждый аттрактант включает в своем составе от 5 высококачественных добавок для рыбалки. Самое главное, все натуральное. Из новинок я бы порекомендовал суперстимулятор клёва, секретную добавку. Ягодный аттрактант, мандарин, монстер карп, кто планирует ловить карпа. Также скопекс, карась. Черный кокос для замешивания прикормки. А, например, аттрактанты банан, ваниль. Ну, это чисто классика. Ваниль можно смешать с любым другим аттрактантом, либо использовать как самостоятельно. Также классика это клубника, карамель, тутти-фрутти. Смородина очень сильный аттрактант. Проходите на сайт авторскаяприкормка.рф. Там все подробно написано, весь полный ассортимент, список сразу предоставлен на главной странице сайта. Все можно выбрать из наличия, либо под заказ, если какого-то аттрактанта нет. По любым вопросам пишите в комментарии, либо пишите на почту, которая указана на сайте. Всем спасибо за ваши лайки, комментарии и также, что подписывайтесь на канал «Авторская прикормка». До скорых встреч!